творческие номера, вручение подарков. Закрытие университетской смены навеяло легкую грусть в сердцах ее участников, школьников из Луганской Народной Республики. После насыщенной программы тяжело прощаться с новыми друзьями, признаются подростки. За 10 дней они успели познакомиться с самобытной культурой и традициями Ульяновской области, посетить музеи и даже сходить в поход. Это было самое интересное. Мы сидели возле костра, играли на гитаре, пели, жарили сосиски, хлеб. Мне вообще город понравился, но программа была расписана не по дням, а, наверное, по часам. Очень интересно. Мы были в бассейне, на множество экскурсий нас возили. Были как и в авиационном музее, так и на строительстве машин УАЗ мы были. Яркие эмоции оправдали тяжелую дорогу 2 дня в пути. В этот раз программу для университетской смены подготовил технический вуз региона. Помимо новых друзей и впечатлений, ребята получили возможность познакомиться с факультетами. А это первый шаг к выбору будущей профессии и площадки для обучения. В рамках программы мы посетили колледж экономики и информатики, факультет информационных систем и технологий, машиностроительный факультет, строительный факультет. Мы посетили энергетический и радиотехнический факультет. С нами проводили мастер-классы представители гуманитарного факультета и инженерно-экономического. Ребята впечатлились профессиями, впечатлились направлениями, которые представлены в ВУЗе, и многие из них выбирают инженерные направления. Это одна из ключевых задач университетской смены – помочь подростку найти свое призвание. Каждый вуз готовит индивидуальную программу для досуга школьников. График построен так, чтобы дети смогли не только выбрать направление по душе, но и увидеть профессию изнутри, на потенциальном рабочем месте. В прошлом году мы принимали ребят в педагогическом университете, у нас было несколько смен именно там, а в этом году на территории Ульяновской области еще и Ульяновский государственный технический университет встречает ребят. Ну и, конечно же, в этом году был добавлен новый трек, это первая помощь, который был проведен совместно с региональным отделением Российского Красного Креста. Университетские смены проходят под эгидой движения первых. Это современная интерпретация советской пионерии. Пока один отряд школьников отправляется домой с багажом впечатлений, вузы готовятся принимать новых гостей. В этот раз площадки подготовит педагогический университет. Здесь смена начнется в июле. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.